Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Врачи выявили новые симптомы коронавируса. Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы заболевания, которое вызвано коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Lancet. По результатам исследований у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. Уточняется, что они жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. Стоит отметить, что у них при этом не было симптомов, которые типичны для данного заболевания. По словам специалистов, лечение от лихорадки не помогло, а люди начали жаловаться на затрудненное дыхание. По информации издания, после этого их дополнительно проверили на коронавирус, который подтвердился. Врачи из Сингапура призывают коллег серьезно подходить к проведению диагностики. Также они напомнили, что неверное лечение может нанести угрозу общественному здоровью. По подсчетам ВОЗ, на сегодняшний день общее число заразившихся достигает 110 тысяч в 104 странах. 81 тысяча из них приходится на материковый Китай. На этом у меня пока все. Больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!